2 мая 17 год, Харьков, 15.05 по Киеву. Скрипач на крыше, вопрос меня интересует такой. Пару дней назад, вернее, 30 апреля 17 года, я снимал скрипача на крыше на стекляшке на университете. И по слухам, отсюда этого скрипача перенесли туда. То есть там он был 3 дня назад. А это тогда кто? Или он перемещается, как Карлсон по крыше? Сейчас проедем на универ, посмотрим. Это площадь Конституция. Так. Значит, сегодня 2 мая, 17 год, Харьков. 15.19 по Киеву, и вот он, второй скрипач на крыше. Значит, я все-таки два. Ну, либо это тот же самый за мной летает. 5 минут назад снял скрипача на крыше. Снял на видео, имеется в виду. Который на площади Конституции, и которого, я считал, убрали и перенесли сюда. Но нет, у нас тут целый оркестр уже на крыше. Ниже остановка метро, скрипач на крыше на площади Конституции. И здесь скрипач на крыше на стекляшке, на университете. Очень любопытно. Может, это квест, их надо собрать комплект. Где оркестровая яма? Ладненько, будем выяснять по интернету, в чем такой феномен.